Ну, сегодня у нас ночная съемка, ночь, погода тихая, много снега, первый снег, не совсем уже первый, но неважно. Вот. И ночью хорошо делать практики, ночные практики, когда вы выходите за город, но это лучше делать за городом, не в Москве. Вот, когда вы выходите и настраиваетесь на Млечный путь. Вот, но у нас сегодня Млечный путь не виден, потому что все облачно. Но если вдруг увидите, да, но здесь можно как пробить мысленно облака и настроиться на Млечный путь и представить, как вот от Млечного пути на вас идет вот эта энергия. Причем эта энергия потрясающая, потому что люди, когда настраиваются там на Луну, на Солнце, там на планеты, это все так мелочевочка. А вот когда идет энергия с Млечного пути, это, конечно, потрясающая энергия. И если вы будете, вот посмотрите вверх, да, вот ощутите этот Млечный путь и начнете вот пытаться на него настроиться всеми своими чакрами, особенно вот этой чакрой макушечкой, вот, и попробуйте вот эту энергию в себя втянуть, вобрать, да, то есть как бы открыться перед этой энергией. Если вы это сумеете сделать, и вы почувствуете энергию Млечного пути, вот, энергия потрясающая, она на Земле такой не встретите. Никакие практики вам не дадут этой энергии, если вы не возьмете ее прямо вот со звезд. Именно со звезд. Потрясающая энергия. Попробуйте практику. Успехов вам!